Всем привет, вы на канале Колбин Ревью. Сегодня будем тестировать, так сказать, бок о бок два телевизора. Если переходить к делу, то это модель Grundig 50 дюймов GGU7950A. И вторая модель это Haier AX Pro, Haier AX Pro тоже 50 дюймов. Вот, давайте вначале немножко поговорим про оба телевизора. Я себе выписал, если у меня на Haier AX Pro есть уже обзор на канале, я куда-нибудь сюда подставлю ссылочку, потом можете глянуть. А вот про Grundig у меня, по-моему, прям полноценного обзора не было. Дизайн, можно сказать, плюс-минус одинаковый. В чем фишка дизайна? У них у обоих центральная, можно сказать, нога, то есть не боковая, на любую тумбу можно поставить. Даже тот же Grundig, у которого хоть она и широкая ножка, но в принципе на любую тумбу он плюс-минус должен встать. По дизайну плюс-минус одинаково, смотрите, у них динамики снизу выделены прям так хорошо. По обзорам, по комментариям на разных сайтах, там если вы Яндекс почитаете, характеристики в МВидео, в ДНС, везде пишут, что у них вполне неплохой звук. Но про звук я себе выписал, тоже вам кое-что скажу. Давайте, если мы говорим про Grundig, здесь у нас панель 60 Гц, но пишут, что есть HDMI 2.1. То же самое я говорил и про Haier AX Pro. Вы приходите, думаете, о, 50 дюймов, в принципе, мне такой размер подходит. Еще и HDMI 2.1 для игр шикарно. Но по факту сейчас, еще это с 22 года, по-моему, пошло, все телевизоры нумеруют, как HDMI 2.1 у них присутствует. Но по факту, как сказать, сами матрицы в телевизорах идут 60 Гц. Ну, то есть в этом телевизоре, что в Grundig, что в Haier, этот HDMI 2.1 вам подойдет лишь только, наверное, для саундбаров. Вот. Еще записано, что про Dolby Vision и про HDR нужно обязательно упомянуть. Dolby Vision и HDR 10+, и там поддерживается. Но мы вспоминаем тут же про яркость в 380, вроде как пиковая, говорят, у Grundig, и 350 у Haier. И когда мы только это понимаем, сразу осознаем, что ни HDR, ни Dolby Vision здесь нормально показывать не будут. То есть для того же Dolby Vision, чтобы нормально отображать, вам нужна яркость там, ну, в районе 1000 нит минимум. Ну вот, чтобы нормально смотреть, пиковая, я имею в виду. Вот, поэтому там, ну, вы очень много терять будете в тенях. Так, давайте дальше. Из таких плюшек небольших у Grundig я нашел в меню, когда вы лазите в настройках. Там есть функция синего цвета, вы ее включаете и выключаете, она уменьшает бандинг, это переход от цвета, от одного цвета к другому. В том же AX Pro я такого не нашел, да и в принципе не на всех Android смарт-телевизорах такое вообще присутствует. Из плюсов я еще раз говорю, что здесь звук, ну, вполне неплохой, бас здесь есть. За эти деньги я бы сказал, что, ну, наверное, он один из лучших. Хоть при этом звук нормальный по факту, только до 60-70%. После 70 звук уже начинает хрипеть, и лучше больше 70 уже как бы не сделать. Про операционную систему. И там Android 11, чипсет MediaTek, 2 гигабайта оперативы вот в Grundig, да, например, то есть вполне позволительно там пользоваться, даже какой-то асфальт, например, скачать и через пульт поиграть. Вот, но при этом пульт не поддерживает здесь голосового управления, но голосовое управление поддерживается через смарт-приложение какое-либо, которое вы подключаетесь, когда вы, ну, вы любое приложение, там, Google или, ну, любое скачиваете с Play Market, если у вас Android, подключаетесь к телеку и можете пользоваться голосовым управлением. Вот. Сам телевизор Grundig у нас 22 года. Ни о какой яркости здесь вроде как пишут в комментариях, не то что не на обзорах, а вот люди, которые покупают, и там на разных, там на Яндексе, в МВидео, на разных вот таких сайтах пишут, что вроде заявлено, да, там 350-380 нит, но по факту он не выдает. Но опять же, это же пиковая яркость. То есть в среднем где-то, да, 250 он вот так плюс-минус показывает. Это вполне достаточно, наверное, за эту цену. Но я подведу свои итоги немножко дальше, сейчас, когда мы будем уже их полноценно сравнивать. По телевизорам вам в магазине могут сказать, что, например, тот же Grundig тоненький телевизор, маленькие рамки, но он чем-то похож на OLED, у него верхняя часть тоненькая, а нижняя часть пухленькая, и как раз на нижнюю часть вы вешать будете кронштейн, и он у вас, если вы его вешаете на стену, ну, достаточно так неплохо будет выпирать. Из плюсов таких, которые можно заметить, здесь очень неплохой демо-режим. То есть вы в магазин приходите, смотрите на эту демо-картинку,
И такие, вау, какой классный. Но вам нужно всегда просить пульт у продавца, брать с собой флешечку. У меня в телеграм-канале есть все файлы, картинки, которыми вы можете проверять телевизоры при покупке. Вот, и проверять их, ставить режим не демо, а нормальный какой-нибудь стандартный, разные режимы посмотреть. Вот, немножко еще про пульт. Он тут изогнутый, там нету пульт кнопки голосового управления. Из-за того, что он изогнутый, он какой-то непривычный, неудобный и, наверное, некрасивый. Вот, если мы говорим про Hire AX Pro, он у нас будет справа на картинке всегда. Там вроде как пишут пиковая яркость 350 нит. Нет локального затемнения ни там, ни там. Но Hire у нас QLED телевизор, то есть цветовой охват у Hire больше. Про Grundig я смотрел везде, QLED, не QLED, что-то изучал, но нигде нет. По-моему, это обычный ЖК телевизор. Контрастность у Hire 5000 к 1, я это еще повторял в своем обзоре. Там и там VA матрица, Direct LED подсветка, например, вот у Hire. Угол обзора и там, и в Grundig, и в Hire очень сильно маленький. Вы по центру смотрите, картинка отличная. Немножко отходите от телевизора, все, у вас цвета пропадают. Я потому что когда снимал обзор, как обычно продавцы подошли, там смотрели, один справа, другой слева стоит и говорит, один вот Hire хорошо лучше всего показывает, другой говорит, да нет, вот Grundig лучше всего показывает. Они стояли, я стоял по центру, а один справа, другой слева. И за счет того, что для одного был Grundig под более острым углом, да, для другого от Hire, и для, поэтому им казалось. А вот когда они вставали, я говорю, встаньте на мое место, и они понимали, что они плюс-минус одинаково показывают. Ну, я сейчас об этом всем поговорим. В Hire тоже еще расскажу, есть HDMI 2.1, но матрица 60 Гц для игр вообще ни в какую. Но у Hire и звук тоже, кстати, как и у Grundig, неплохой, даже после 70% громкости вроде как работает. Вот. И тот, если что, телевизор не для игр. Смотрите, я вам сразу показываю, что и там у нас стандартный режим, и там у нас 11-я версия андроида, то есть и там андроид. Когда вы проводите пальцем и есть разводы, это значит, что VA матрица, когда его нету, этих разводов, значит IPS матрица. И вот здесь и на том, и на другом телевизоре у нас идут VA матрицы. У них плюс в том, что больше контраст, но при этом, я уже это говорил, очень маленький угол обзора. Но опять же, не на всех, если вы берете какую-нибудь Sony топовую на VA матрице, там, конечно, и угол обзора хороший из-за специальной пленки на телевизоре, на экране, и контрастность замечательная, и черный цвет классный. Вот, погнали смотреть. Слева у нас Hire, справа у нас Grundig. И тут сразу можно было посмотреть на вот этих крестиках, что все-таки, да, QLED дает больше цветов. У него, вот, например, нет вот этих засветов, у них плюс-минус одни настройки, там и по яркости, стандартные режимы, все стоят, я все проверил. Вот. Но то, что вот здесь, например, у Grundig жесткие засветы, мы это убедимся потом на разных картинках, когда будут цветочки, потому что у Grundig будут цветы вообще сливаться. Вот. Здесь такой старенький ролик, типа пиковую яркость он там прибавляет, но мы просто смотрим сейчас на данный момент на цвета, на черный цвет. Вот. На черный цвет на самом деле в каких-то моментах мне показалось, что тоже лучше у Hire. Но мне кажется, просто у Grundig из-за пиковой яркости, может, или просто из-за того, что не QLED, как-то с цветами не так работает, он получается ярче, как будто бы была сама подсветка, и черный он просвечивал. Мне кажется, это все настраивается. Вот, смотрите, по цветам, насколько Grundig сразу отдает в красный цвет. Я это и в комментариях на YouTube читал. Это я читал, ну, под своими там, когда его просили сравнить. Это я читал на Яндекс.Маркете, это я читал в МВидео, это я читал в сетилинке, что не могут побороть нормально красный цвет, как бы вы его ни настраивали. Вот. Здесь я ISO немножко подубавил, чтобы не было никаких засветов, а именно плюс-минус по картинке нормально смотреть. Фокусировка у меня на центр экрана, так что вот можете видеть. То, что Grundig 380 нит вроде как чуть поярче, но это правда даже в магазине ощущается. Вот. По цветам, да, не знаю, я все время вот смотрел, и мне казалось, что у Grundig, конечно, более насыщенный, но когда ты смотришь тут же на Hire, у него такие немножко более естественные, более правильные цвета, то есть нету вот этого сильного ухода в красный цвет. По-моему, ну,
так дела обстоят, как бы вы его там сильно не настраивали. Ну, хотя, если там на 4PDA полазить, разные настройки поискать, а в грунтике много настроек, правда, мне кажется, плюс-минус того же эффекта может быть и можно добиться. Но за счет квантовых точек на хайере, мне кажется, он все равно по цветам где-то будет выигрывать. Если мы смотрим на плавность изображения, что у грюндика, что у хайера, хоть и есть уплавнялка и AMC, это все вроде как настраивается, но ерунда полная, нормально не работает. Матрица здесь не игровая, не 120 Гц, нету какого-то мощного процессора, так что именно по цвета, по плавности изображения не ждите ничего хорошего и точно его не стоит брать для игр. Вот, посмотрите, как он с красным цветом работает, просто все заливает, то есть и там красная картинка, но насколько приятнее смотреть изображение на хайере. Я сейчас не рекламирую хайер, не говорю, что это топ, там не работаю, ничего такого, просто я пришел сравнить два телевизора. Вот, посмотрите опять же на гору, насколько приятнее смотреть на картинку слева. Даже вот сейчас весь город залит красным, у хайера более такие естественные цвета, хоть они, знаете, такие немножко блеклые, да, но по картинке глаз все равно в хайер ложится. По цене они, я сейчас это все покажу, у меня вот цены опять же все меняются, когда я их сравнивал, это все будет показано, я ценники подниму. Если мы включаем, вот, посмотрите лица, насколько красные были, это же вообще ужас. Но на многих кадрах, да, даже сейчас, ну, не сказать, что вы видите сильное отличие, потому что у меня сейчас будет много еще других роликов, и во многих этих отличий практически нету. Вот мы стояли с продавцами, смотрели, они такие, блин, то этот лучше, то этот. Но плюс-минус, ой, смотрите, как, насколько лицо красное, насколько все-таки поприятнее хайер себя ощущает именно рядом с грюндиком. Если бы я был продавцом хайера, да, именно, мне кажется, их вот рядом с грюндиком все телеки хайера надо ставить и вот продавать, например, вот даже по этому ролику. Не знаю, продавцы, если кто-то смотрит, берите на заметку, ставьте сразу, скачивайте. У меня в Телеграме есть эти ролики. Ссылка на Телеграм под этим видео. Сейчас я тут поднастроил, вроде бы одно и то же изображение показывает, да, есть рассинхрон немножко, но я думаю, вы можете все прекрасно видеть. Разницы не, ну, сильной, я честно скажу, нету, там, да, вот где-то как будто бы засветы, вы можете сказать, что это там на камере, что-то, да, не те настройки, там, ну, куда-то он сфокусировался, на самом деле нет, вот он из раза в раз показывает, что грюндик пересвечивает, я это честно видел своими глазами в магазине, он из раза в раз показывает красный цвет более насыщенным, в котором сильно ничего не видно. И точно так же было в магазине. Да, я пришел в магазин, ставил эти две флешки с абсолютно одинаковыми роликами. И красный цвет, ну, не может он его никак обработать, именно грюндик. Вот. Но зато, если честно, он справлялся с черным иногда получше. Вот смотрите, я включил следующий темный ролик, режим экрана. Нужно менять это, вот дешевые вот эти андроиды, вы их включаете с флешки, и они вам растягивают. Я вроде один раз включил вот эту настройку, чтобы 4:3 было. Выключаешь, включаешь заново опять, то есть он настройки эти не сохраняет. Черный свет, цвет, посмотрите, да, немножко даже на камере видно, что в... То тут лучше, то тут лучше. Я не могу сказать, что там в хайере он хуже. Просто бывают случаи, что ты смотришь и прям, ну, пересвечено, как будто внутри вот эта подсветка более яркая. А в некоторых случаях прям наоборот, это у хайера. Не знаю, я хоть вначале сказал, что хайер по черному цвету был лучше, но мне кажется, я немножко приврал. Сейчас вот сижу, снова вспоминаю, как это было. Ну и слушайте, плюс-минус там 50/50 по картинке. Вот цветочки, смотрите, насколько справа у вот красные цветы грюндик перекидывает в него краски, и вы просто лепестки даже не видите. Это абсолютно, да, другой ролик. Так, везде тут разные ролики. Вы можете сказать, это там один ролик, он его там не вывозит, там может формат какой-то, еще что-то. Разные ролики. Это HDR ролики, есть HDR, они тут плюс-минус повторяются. Где-то HDR, где-то HDR, где-то 4K, где-то 1080. Я замучусь, если я каждый раз буду заходить их подписывать. Вот, но это 4K ролик. Вот. Он
то одно изображение хорошо показывает, другое нет. Но по цветочкам мы каждый раз видим. Кстати, хоть по акции, да, HR дешевле 44 999, грундик дороже 55, да, вроде бы на 10 тысяч. Но я заходил перед этим в магазин, они стоили оба по 60 тысяч рублей, и вот там на ценниках перечеркнута цена в 60 тысяч рублей. Просто, ну, в NVIDIA, как обычно, вы можете из недели в неделю попадать на разные акции. Сейчас вы смотрите этот ролик, и у него цена уже может быть кардинально другая. Сейчас может HR стоить 60, а грюндик 45. Такое бывает, вам нужно ваши телевизоры, которые вы себе выбираете, если никаких акций нету, добавлять там в сердечко, ставить их в избранное, так сказать, и там проверять раз в два дня. Вот. Опять же, по скале Джонса посмотрите на тона кожи. Даже вот сейчас. Главное, смотрите на лицо. Неестественные вообще. Можно ссылаться, еще раз повторю, что это видео такое, но мы дальше подключим обычный JPEG картинки, обычный, и там будет один из тестов, это именно лицо. Может быть, видели, да, даже такие тесты. Вот, поэтому сейчас все я покажу, вообще нет проблем. Так, скала Джонс. Здесь обычно ролик я проверяю какие-то темные сцены, но с темными сценами что тот не справляется нормально, потому что перед этим был кадр, когда скала Джонс там на фоне зеленки бегает, да, там с детьми ковыряется. Ну и в помещении были кадры. То на том же, я когда помню, сравнивал LG и Samsung. На Samsung вот эти темные сцены были всегда очень хорошо видны. То есть даже вот здесь вот, где он там все время, такой темный фильм, он все время где-то в темноте. Здесь вроде бы VA-матрица, а показывает он на уровне LG, когда я их сравнивал еще с Samsung. Но тогда упор был на то, что у Samsung VA-матрица, у LG IPS-матрица. И черный цвет намного лучше и по детализации, и по всему, по подсветке. Черный цвет всегда лучше из-за контраста в VA-матрице. Но здесь достаточно бюджетная матрица, VA-шная хоть. И, ну, поэтому черный цвет там и там нормально не работает. Вот, потому что это очень легко проверяется. Как, если у вас хорошая VA-матрица, у вас угол обзора не будет сильно отличаться от того, что есть у там обычной IPS-ки. То есть он у вас... Если, короче, у вас плохая матрица, вы чуть-чуть отходите. Если у вас плохая VA-матрица, вы чуть-чуть отходите, у вас сразу все цвета теряются. Вот так на этих двух телевизорах. И если рядом стоит там Samsung за 80 тысяч рублей, седьмая серия, или за 65 ли. Короче, явно дороже. И там тоже отходите, сразу теряется. А стоит рядом восьмерка, там что-то около 90 она стоит. Восьмая серия, тоненькая такая, тоже VA-матрица. Но там как не отходишь, плюс-минус нормальная картинка. Сейчас мы с вами включили белый цвет, белые картинки. То есть у вас нормальный белый цвет посередине и у того телевизора. Но если поставить листок бумаги, вот здесь камера, не знаю, насколько грамотно передала, но в магазине белее был HR AX Pro, вот телевизор, который слева. Но при этом у вас верхние углы, нижние углы, все четыре, да, что там, они с затемнениями небольшими, это... Нормально, мне кажется, это у всех почти телевизоров так. Даже я когда в Sony работал, там 4 года назад, даже в XH95, я помню, проверял и доказывал человеку, который у меня покупал, там вот телек стоил там за около 200 тысяч рублей. И там то же самое было, я объяснял, что эта подсветка так работает. То есть какой бы телевизор вы ни взяли, всегда так будет, это не OLED. Вот, просто где-то она чуть-чуть маленькая, ее еле видно, где-то они вот большие. Здесь они такого среднего формата, не скажу, что они огромные. Вот, по цветам смотрите, плюс-минус опять же одинаковые. Сейчас я включу разные картинки. Мы посмотрим. Сейчас у нас... Слева загорелся Джокер, справа загорелся Джокер. Я подкрутил ISO, уменьшил немножко, чтобы было более-менее там картинку вам показать. То есть вы видите, что у них под ногами, ну вот ножки, они стали темнее. Это я ISO убавил на самой камере. Поэтому вот сейчас я, видите, его прибавляю. Но здесь продавец подходит, говорит, что у них там на стене буквы написаны. И в хайре букв, там одна буква наполовину больше влазит, чем на грундике. И говорит, что вроде как, видимо,
область самого экрана на хайре, она чуть-чуть больше, потому что, ну реально, одна и та же, ну, одна и та же флешка, одни и те же картинки, и пол буковки на хайре больше видно. Насколько это критично, вообще не могу сказать, но по цветам, не знаю, плюс-минус одинаково на самом деле, не было никаких отличий. Пиджак здесь, смотрите, насколько эти темные сцены, ну вот пиджак у Джокера, где зеленая рубашка, пропадает немножко цветопередача, в темное уходит у Хайра, и насколько хорошо это все видно у Грюндика. Опять же, мне кажется, это из-за того, что это у нее не QLED матрица, а обычная, и чуть-чуть больше яркости, как бы вот она вывела. Вот, а у телевизора слева у Хайра QLED, плюс яркости поменьше, она начала, видимо, как-то обрабатывать там вот эти все оттенки, и плюс-минус стало все-таки ничего не видно. Вот, я решил вам включить напоследок всеми любимую картинку с пляжем, вот, чтобы показать, насколько здесь, типа, так сказать, хорошие VA-матрицы. Кто помнит, мы включали на IPS-ках, на VA, когда сравнивали Samsung и LG, и насколько все было плохо на IPS-ках у LG, да, почему я всегда топил за хорошую VA-матрицу у Samsung, то есть вы берете нормальный телевизор, да, там за 90 тысяч, ну это еще в те времена, до начала 22 года, там всегда во многих кадрах почти выигрывал Samsung. Вот, здесь все-таки яркости на этой картинке было видно, что больше у Грюндика, поэтому немножко, он немножко был ярче именно в этой HDR, грубо говоря, фотографии, то есть у него и верх был виден, и немножко-немножко лучше низ вот этого пляжа, и не сильно уж и зеленил на самом деле. Вот я ISO прибавил, чтобы показать, что здесь плюс-минус вот эту решетку, всю фишку вот этого Джокера в темноте, его и там видно на самом деле, хоть на камере это сильно не отображается, там из-за бликов, из-за всего так казалось. Вот, самая прикольная картинка здесь, смотрите, мы смотрим на правую сторону одного телевизора и на правую сторону другого. У Грюндика, ну, нормально так видно окна, там за вот этими, как, короче, окна, их там видно с правой стороны, вот я пальчиком обвожу. А с левой стороны у Хайра ни хрена не видно. Вроде бы, да, по яркости заявлено 350-380, да, ну небольшая разница. Вроде бы здесь QLED, а здесь не QLED. Но почему так произошло, понятия не имею. Может быть, как-то поднастраивается это все, фиг его знает. Но я вот выставил стандартные настройки везде, прошелся по всем менюшкам, везде все одно и то же стоит. Вот, так что фиг его знает. Здесь мы с продавцом, он попросил меня включить одну картинку, где видны лица людей, чтобы можно было сравнить, насколько корректно отображает один или другой телевизор. То есть по факту сейчас это главная картинка, главный тест. Во-первых, негритяночка, да, насколько более правильно отображает ее Хайр, ну 100% лучше. Второй персонаж слева тоже лучше. Латинка или кто это, вот третья слева, тоже лучше. И вот с белым человеком, ну, с первым справа, что Хайр, по моему мнению, не справился, что Грюндик. У Хайра она вся белая, у Грюндика она снова красная, вот. Ну, честно, можно, если немножко такой итог подвести небольшой, то... Я бы не советовал ни тот, ни другой телевизор, на самом деле, даже за эту стоимость, потому что я когда сравнивал какой-нибудь Hisense U7 за эти же деньги, то только это была 55-я диагональ, ее сейчас можно купить там за те же самые 50 тысяч, но явно за 60 вообще точно не стоит покупать. Но, на мой взгляд, сейчас из китайцев, честно, можно посмотреть на TCL-ки, на Hisense, самое то. На хайры, на некоторые модели, ну, нужно приглядываться. Даже вот эти новые, там, S3, фиг его знает. Потому что, я говорю, сейчас на рынке с одни самых популярных телевизоров, вот, какие вы обзоры не посмотрите у продавцов, не поспрашиваете в магазине, там, в ДНС зайдете, в МВидео, покупают больше всего в ДНСе TCL и Xiaomi. А в МВидео, ну, сами люди покупают больше всего... старые Philips, где что-то выхватывают, Samsung и Hisense.
хайры продаются только с помощью промоутеров, с помощью продавцов. Вот. Не знаю, если вы копите баллы, списываете, как-то работаете с NVIDIA, то есть там часто покупаете, спишите свои бонусные баллы лучше на Hisense. Если вы больше там по DNS, да, как-то там по ценам все равно плюс-минус, то я бы в DNS посмотрел, наверное, TCL-ку, либо Xiaomi, что вам больше нравится. У Xiaomi, опять же, если что, и у TCL-ки Android, в отличие от того же Hisense. Вот, на этом, наверное, все. Пишите свое мнение по поводу этих двух телевизоров за без скидки 60 тысяч рублей, кому он. Буду ждать ваших комментариев. Так, выключаем.